Любовь и верность на саратовской ферме. Страус-вдовец Орфей уже 3 года не может забыть погибшую возлюбленную. Хозяин фермы начал приводить пернатому новых невест, но ни одна не подошла. Для одинокой птицы специально растят целый выводок молодых страусих в надежде, что хоть какая-то из них растопит его сердце. Видите, как они бесшабашны. Сейчас вот мои подрастут, страусята, я их переселю сюда и хочу... Ну, он, чтобы привык, он будет вот так вот бегать, привыкнет за полгода, за год, я думаю, все равно он найдет свою семью. Благоверная страуса погибла 3 года назад, не смогла снести яйцо весом 2 килограмма, причем жила эта семья втроем, Орфей и 2 самки, но второй пассией он перестал интересоваться сразу после трагедии. Страус вообще это полигамный вид. Самец живет с несколькими самками. Все самки откладывают яйца в одно гнездо. И, в общем-то, идет такая групповая, скажем так, жизнь. В данном случае мы наблюдаем обратную картину. То есть самец был привязан именно вот к этой самке, после которой он уже не воспринимает других. Специалист сможет снова влюбиться. Ну а новой жене Орфея можно будет только позавидовать. Но еще про птицу военной...